Начинаем сборку фоторамки. Вначале мы ищем середину передней части туловища. Для этого мы переворачиваем, определяем, где у нас тыльная сторона. Смотрим, где мы соединяли две нитки. Вот я поставлю иголочку сюда. И параллельно этому соединению определяем переднюю часть туловища. Ставим сюда. Все, определили. Теперь мы будем пришивать ножки. Берем наши ножки. И от этой серединки в одну и вторую сторону я отсчитывала по 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в эту сторону также. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь берем ножки и прикладываем. Я их закрепила иголочками. Одну ножку и вторую. Сейчас мы перевернем, посмотрим. Так, ножки выравниваем, чтобы были ровненько. Сейчас мы будем пришивать. Одну ножку можно убрать, потому что будет неудобно. Убираем. Берем обычную швейную нитку и иголочку белого цвета. Переворачиваем. И снизу начинаем пришивать. И по кругу маленькими стежками захватываете ниточку с туловища и ножку. Вставляете иголочку в следующую петельку. Опять захватываете здесь нитку и вот такими маленькими шажками аккуратно пришиваете. Все, пришиваете самостоятельно по кругу. У меня появился помощник. Ножку почти я дошила. Сейчас осталось еще буквально пару стежков. Сейчас дошьем и закрепим нитку. Так вот еще надо. Маленько подтянуть. Выводим иголочку. И закрепляем обычным узелком. Захватываете за нитку. Все, подтягиваем и обрезаем. Одна ножка пришита. Вторую пришивайте самостоятельно. Дальше мы будем пришивать ручки. Определяем середину туловища, где мы закрывали ниточки. Ставим сюда иголочку.
Берем линейку и отступаем по 2,5 сантиметра в одну и в другую сторону. Прикладываем ручки. Наши ручки должны быть расположены по бокам и параллельно друг другу. Так, все вроде как бы ровненько. Будем пришивать. Берем иголочку с ниткой. Закрепляем нитку. Я завяжу узелком. Нитку обрежем. И начнем пришивать. Вставляем иголку и выводим с другой стороны. Подтягиваем ручку и вставляем иголку во вторую ручку. Дальше иголочку проводим через все туловище и выводим в другую сторону. Так, подтягиваем. Это я поверну. Опять с этой стороны подцепляем ручку иголку можно вытащить и выводим опять в другую сторону. Итак, мы сейчас будем пришивать, пока наши ручки ровно, красиво не пришьются. Так. Бывает, что с первого раза не получается. Можно все это распустить и пришить так, как вам нравится. Так, я еще, наверное, сюда наведу иголку. Ручки подтягиваем. Сверху у нас будет рамочка. Так, ну можно, наверное, еще раз пройтись. Так, это я вытащу уже. Давайте еще раз подцепим. Вот, наверное, вот сюда, вот в серединку. Видно, наверное. И выводим иголочку. Так, иголочку закрепляем, нитку, поднимаем ручку, и вот здесь вот видно не будет.
завязываем на узелок. Так, ниточку обрежем. Вот все, ручки мы пришили. Дальше мы будем пришивать ушки, примеряем рамочку. Низ у нас должен совпадать, где стыковался кабель. Прикладываем. И в произвольной форме пришиваете ушки. Ушки мы пришиваем к тыльной стороне рамочки. Давайте я покажу. Вот так вот. Прикладываем. Я сейчас зафиксирую, покажу вам. Иголочками. Так, одно ушко. И второе. Ну вот где-то вот так вот. Все, ушки зафиксировали. Берем обычную швейную иголку, нитку. Я взяла белую. Вы можете взять по цвету ушек, не принципиально. Узелочек я завязала и начинаем пришивать. Пришиваете одно и второе ушко. Ниточку хорошо затягиваете, чтобы ушки у нас стояли. Все подтягиваете, нитки видно не будет. И вот так потихоньку пришиваете. Захватываете ушко и нитку на рамочке. Пришиваем рамку. Вначале нам нужно зафиксировать нитку. Вставляем иголочку под руку. И завязываем узелок. Ставим рамочку. Ставим рамку, чтобы ушки у нас были ровно. И фиксируем иголочками. Вначале мы пришьем рамочку к ручкам, к одной и ко второй. Выводим иголку. Давайте вначале видно, нет. Выведем за руку.
рамку придерживаете. Теперь отсюда выводим иголку в саму руку. И дальше вводим иголку за низ самой рамки. Так вот покажу. Пришивать будет неудобно, потому что нужно будет держать одновременно рамку и пришивать ее. Опять вводим иголку в руку и выводим назад. Хорошо подтягиваем. И так нам нужно будет сделать несколько раз. Хорошо натягиваете нитку. Иголку уберем. Одной ручки пришили. Сейчас мы выведем иголку из руки и будем пришивать ко второй ручке. Продеваем сквозь туловище. И выводим ко второй ручке. Опять так же, как на той, вводим в саму руку иголку. И точно так же пришиваем ко второй ручке. Ручки поправляем. Иголочку тоже хорошо подтягиваете. Можно еще на один раз пришить. Дальше точно так же. Сейчас мы будем пришивать низ рамки. Нам нужно пришить так, чтобы рамка наша стояла ровно и не наклонялась ни вперед, ни назад. Так, здесь мы захватываем спереди еще нитку на туловище. Захватываем низ рамки. Иголка маленько идет туговато. И вот так вот маленькими шажками
пришиваем рамочку. Можно вот так вот захватить. Захватываете под рамочку саму, чтобы нитки сильно не было видно. Можно вот так вот вывести иголку. Подтягиваете. Опять вставляем вниз рамки и выводим на ту сторону. Так, здесь также захватываем. И опять за рамочку. Сильно близко вот сюда иголку не выводите. Нитка у нас основного цвета, чтобы ее не было видно. Прошлись один ряд, посмотрели. Если вы считаете, что у вас рамочка еще шатается, значит, можно прошить еще один ряд. Сейчас я прошью один ряд, посмотрю. Если что, то в обратную сторону еще раз можно прошить. Главное, чтобы хорошо подтягивать нитку. Рамочка шатается, мы еще раз прошьем в эту сторону. Здесь вы уже прошиваете самостоятельно. Пришили рамку, нам осталось зафиксировать ручки. Выводим иголку под руку. Как бы нам развернуть. Давайте положим. Вводим иголку в ручку. Достаточно, наверное, одного стежка будет. И выводим в другой руке. Можно чуть-чуть пониже. Так, наверное, еще раз придется. Надо, чтобы ручки получились вот так вот. Так, ставила иголочку в саму руку. И еще раз насквозь. Можно вывести иголочку маленько пониже. Сейчас мы зафиксируем. Давайте развернем с этой стороны. Все, вот одна рука зафиксирована. Ручки прижались. Посмотрим. Так. Еще, наверное, вот эту вот маленькую иголку. Вот сюда. Ну, можете сами произвольно зафиксировать ручки. Сейчас я еще сюда раз выведу иголку. Давайте вот сюда
за заднюю ручку. Хорошо подтянули. Давайте посмотрим. Ручки приняли форму. Сейчас мы закрепляем иголку. Закрепляем простым узелком. И обрезаем ниточку. Переходим к заправке фотографии. Но перед этим измеряем диаметр внутренней рамки. И к этому размеру прибавляем 0,5-0,7 миллиметра. Делаем шаблон. И по нему вырезаем фотографию. У меня получилось немного больше, но ничего страшного, места достаточно. Давайте вставим. Фотографию вставили, выравниваем, чтобы было красиво. Вот так получилось. Фотографии украшаем декором. Каждый выбирает по своему предпочтению. Я сделала цветочек, бабочку. МК на них оставлю в описании под видео.